Кто-то куда-то запрыгнул у Меченки. Занял тактическую позицию, видимо, где-то на кровати. Кто сделает? Процентов квест. Могу грену дать с комнаты рядом с Меченкой? Да нет, просто поднимайся на третий, пойдем раз, все нахер. Все, иду. У меня есть. Нет, от опасно ко мне идут. На большую. Угу. Поможете? Или сам? Мы в трешке. Затаись пока. Этого убил. Сейчас придем к тебе. Что, сразу идем? Второй этаж смотрел? Пойдем сразу. Я брони нету просто. Второй не смотрел, но пойдем. Я подхожу по кустам к тебе. Они так же на яме вид? Один точно ходит там. Могу РГОшку туда дать? За синий кидай. Ближе к огню опасно. Даю обычную. Они меня запушили, за плитой. Убил вправо? Нет. Он под большой. Одного сбрил. Фулочки хорошие. Где вид был еще раз? Под большой остался чел. Деременка двухэтажная. За погрузчиком. Кто-то справа еще бегает. С огня опасно. Еще один. Убил. Убил. Хорошо. Еще желающие есть? Окружили демоны. По кому? По мне. Так, это вот этого ты убил, да? Но... Одного этого, одного тут рядом за сеткой. Пушку взялся. Да, тут пятый класс, типа. Да, вот он не умирал, поэтому. Чат, напомните, кто-то квест этот, может, делал? Флешку тоже нужно закладывать или флешку только найти нужно? Минус. До ровной суммы. Надеюсь, когда-нибудь смогу найти чертову свечу для генератора. Все спрятать. Так. Откуда он бежал? Так, попробуй за ногу поболтать тихонечко. Тут можно, можно. Польский пирог. Сразу одно слово вспоминается польское. Два. Да, два. Сейчас ничего не услышим. Поднимаюсь по этажам. Давай, я пока посмотрю, куда дроп. Третий! Убил! Поднимайся. Ой, всю эту ерунду. Баги, как бы. Газанчик лежит. Я на центральной лестнице на втором лутаюсь. Если что, не услышу, как ко мне поднимаются. Аккуратно. Не поднимутся, я на главном стою. О, сама СК, отлично. Ты на главном, на первом? Да, мне попить, правда. Хорошо. Надо. Я на мост, Мэтт, побежал. И вернусь сейчас. Давай так тут побуду. Угу. Смотри. Буян сказал, пусть летают. Пусть летают?
мы пока все это в тестовом режиме, пусть летают там 2, 3, 5 рейдов. Потом будут справиться. Ну бросай, родной. Либо уже выкинул. О, кинул, кинул, кинул. На автобусную остановку примерно летит. Да-да-да-да-да, Мэтт. К автобуске дуй. Я за флешки побежал. Ну да, прям перед автобусом упал. Я покажу. Так, я сумку кидаю за автобусом, короче, в куст. Угу. Если что. Я сейчас подойду, чисто чату покажу, что внутри. Не буду лутать, пойду закладывать. А я тут уже. Сейчас чайки могут налететь. Поэтому я хочу побыстрее. Ты бегаешь? Я подбегаю. Справа. Перед нами. Блять. Мне ж нельзя их убивать, сука! Я думал, ЧВК бежит. Не стал рисковать. А-а-а! Все, я посмотрел. Че там было что-то? Ну, тут очень много всего. Ну, ценное было что-то? Да, много такого. Патроны. Нормально. Патроны, винтовка, Орсис, там, броник 4 класса. Я за сумкой к трешке мы этот отбежал. Канистр стоит этот сейчас. Все собрал? Да. Даже что-нибудь подцеплю. Ну давай, ну лутайся, ну лутайся. Так. Орсис нахер по сути нужен. Хакашку я бы вот взял, например. Блять, по мне! Вон он, сука! Мэтт, за автобусом убей его! Я, скорее всего, минус, у меня крови много. Убивай, 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 убивай. Что ж ты не смотрел-то? Я умираю, наверное. Успеешь. На 3 крови. У тебя есть опыт выживания с 0 хп. Да, это капец. Так, так, так. Это забираем. Пум-пум-пум. Все, погнали отсюда нафиг. А что у нас по выходам? Все, поехали. Ух! Вот это рейд был, блин. Это надо отдельный ролик просто этому рейду делать. 5 убитым. И вообще бы всех избегал, просто бы трешку зашел. Ну давай я чуть вперед оторвусь. Потому что флешка у меня с собой, мне на мост идти не надо. Чисто в трешку зайти и положить все. Есть шаги. Блять. Справа, лево. Впереди, передо мной. Угу. Где он есть? Минус. Хорошо. Это не ты, наверное. Нет. Убил? Да. Ты же знаешь, мой стиль. По мне, Лёня. Это не Лёня. Это не Лёня. Это Юсек. Живешь? Да, хилис. Я пошел убивать. Убил? Все. Нет? Не знаю. Сильно дал ему, он должен хилиться. Где он был? Под лэпом, чуть левее, ниже. Блядь, кустики, пропустите. На хаешке.
Залетело ему через елочку. Я подбегаю. Этому и видно. Но есть на третьем этаже чевок. Потерял. Может, меченку пошел открывать? Вроде дверь закрыта, прорисовывается. Оп-оп-оп-оп-оп, меченки подошел. Так-так-так, давай открывай, дружище. Или ты просто кемпить там собрался? Не открывает, смотри-ка. Напугаю, короче, его. Еще стреляй, стреляй, стреляй. Двое, второй этаж у меня тоже есть. Понял. Ну тогда ожидай. Хорошо, я на первом этаже запрыгну через пристрой. Пристрой никого, второй. Отхожу к центральной. Я центральный, первый этаж. Обновляю обезбол. Один минус, крыса. Ты добегаешь по лестнице? Да. Так, я тут. Сидит у меченки второй. Готов. Я на втором. Угу. Хера себе, тебе оружие, чел. Так, ты ходишь? Это, да? Я, да. Ага. Что-то делать будешь или что? Типа за этого золотая первого. Ведушку ушел? Да. Тоже перебегаю душку. Прыгает тут. Или ты прыгал? Нет, я не прыгал. Значит, туалет прыгает. Ты заходишь? Я. Он работает. Блять! Ты не поверишь, Вит. Кто такое? Я бота убил, который на втором этаже к нам спускался. Пройдешь, я запушу. Да, давай. Он может уже выйти. Он прыгал. Он прыгал. Нет, в туалете, значит, все еще стоит. Грену готовят. Жди грену. Я выхожу в коридор. Двое минус, да. Блять, да, двое. Дальше иду. Долбаные боты. Так это у тебя вечный квест, короче. А как тут разбери, где бот, где не бот? То есть я слышал прыг. Сука. Капец, ты, мне кажется, уже больше денег потратил на этот квест, чем заработаешь. Дверь ты? Да, я открываю. Нормас, нормас. Вот идет, да? Он болтает там, у этого стоит. Двое с РПКшками были тут. И... Капец! Они собрали типа, которого я убил там, самого первого, возле радиовышки, прикинь? Ты просто не понял, они тебе несли его. Ты забыл, говорит. Может быть, да. Что-то у нас с этим квестом какие-то проблемки, чат прям. Ёкарный был, шестерых он был. Но М-ка себя показывает отлично, конечно.
Так, флеху взял. Пристрою еще на втором этаже. Третьем вроде никого. Я убили первый этаж. Блять. Вот ППшка пришла это. Бля, как бы сейчас в бутере не оказаться между ними. Yes! Так, еще челик с синей сумкой должен быть. Ты еще там, друг? Ага. Это, блядь, с магазина подходит. Заходишь, нет? Все еще там сидит, прикиньте, мудак. Че, ты хилиться-то будешь, друг? Нет, он будет просто стоять. А, и вас тут двое было, я все понял. Чекай кусты. Ну, понятно. Вопросов нет, ребята, к вашему геймплею. Здесь профессионалы у нас попались. Чекай кусты, понимаете, чат? Многие ребята пошли чекать лобби. Ёлки-палки, ты что там назаряжал туда? РС-ки. Какой? Ух. Сколько там опыта мне останется? Я сейчас, наверное, достать 39 возьму. 15 тысяч. По-моему, там 1019 за этот квест должны дать. О, даже 29 тысяч. Ну все, 39 левел. Бамс. Nothing. I have nothing. Literally nothing. It's okay. It's just a test. Че ты тестировал? I'm nothing, говорит. А берета, блять. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.